А ну стой, сука, верни клей, блять, вор поганый. Ха-ха-ха, пошел ты на три веселых буквы, мент ушастый. Стой, говорю, стрелять буду. Я бессмертный, ха-ха-ха. Я уже вызвал подкрепление тебе, хан. Удачи тебе, чё. Когда этот дядя Степа уже отстанет от меня. Твою мать. Это походу военкомат. Бежим напролом. Ща обману его. Приготовиться к стрельбе, сейчас мы ему отправим повесточку. Дебил, твой подъезд закрыт танком. А вот и не тот падик закрыли, я вот мой падик в смысле, блядь? Огонь, он, блядь. А вот и мой родной падик. Поры домой. А вот и мое жилище. Ну что ж, поры и поспать немножко от беготни. Наконец-таки после тяжелого дня на работе. Можно спокойно расслабиться и посмотреть крутой сериал. Как же круто я живу. Блин. Это еще кто? Сейчас набью ему лица. Какая сволочь меня заставила встать с моего дивана? Я слышал звуки телевизора. Открывай дверь, пацан, это военкомат. Бля, а что делать теперь, сука, я в вьетнамской ловушке. Мне не сбежать со своей квартиры. Товарищ командир, он отказывается открывать нам дверь. Значит, он пойдет в маскировочные войска. У меня появился план. Надо десантироваться. Фух, я живой. Мужик, с тобой все хорошо или нет? Со мной все замечательно. Только мне пора бежать от тебя. Мужик, ты куда? А ну быстро свалил отсюда, теперь это мое место. Ты зачем машину угоняешь? Ты че, преступник? Ха-ха-ха-ха, теперь это крошка моя и никакой военкомат меня не догонит. Пока, лошара. Ебай, ай, бля, больно ты, что такое? Бля, опять эти солдаты, надо валить отсюда. Вот черт, меня перекрыли. Надо что-то делать. Пожалуй, я лучше спрячусь от них. Походу дела он где-то спрятал, полюбаку он. В яме, прыгаем в яму. Есть, товарищ командир. А пана, а кто это у нас тут сидит? На, сука. Так, стоп, я что, был во сне, что ли? Так, стоп. А где я вообще уснул? Что-то не помню я такого места у себя в городе. Охренеть, это где я? Что еще за крики? Пойду-ка зайду в это здание, может, кого найду. Наверное, я был в гостях. Да, точно. Ни хрена себе, вот это ремонт. Капец, я нажрался до такой степени, что не помню это место. А это что еще за продуктовый? Слышь, ты какого фига со служебного входа вошел, козел? А вот и продавщица. Ты зачем мне паленую водку продала, я из-за тебя ничего не помню. Слышь, ты, козел, у меня только самый лучший товар без просрочки, следи за базаром. Тогда почему я ничего не помню? Это значит, что у тебя говно, а не товар. Что ты сказал? Блять, выходи отсюда, убью нахуй, сука, блядь. Не убивай меня, я еще жить хочу. Все, ухожу, улетаю. Фух, вроде скрылся от этой сумасшедшей. Эй, пацан, спасай, выручай меня. Что за фигня? Спасай, пацан, быстрее. Мужик, что у тебя случилось? Меня тут заперли. Кто тебя тут запер? Дверь вообще-то открыта. Ты мне врешь. Не вру. Да ну нафиг. Спасайся, пацан, пока можешь. Стой, ты куда полетел? Наверное, это выход с двора. Пацан, ты зачем меня преследуешь? Офигеть, это что за дырень? Это единственный выход отсюда. Ну все, я полетел. И камнем влез. Ебануться. Надо вызвать спасателей. Думаю, у жильцов этого дома будет телефонная связь за пределами двора. Странно, но в этой хрущевке даже дверей в квартиры нет. Думаю, не хватило бюджета. Ох ты ж, ничего себе, это что такое? Мяу. Пожалуй, я пройду мимо тебя. Мяу, а мяу. То мало ли у тебя базука мяу. За спиной. Капец, ну жители, конечно, тут странные. Что-то никого нету. Надо, наверное, еще постучаться. Ай, бля, больно только мой балла. Тогда лучше двери не трогать. А вот и открытая хата. Фу, ну и вонь тут какая. Думаю, тут точно не будет телефона. Капец, как я здесь вообще додумался нажраться. Походу, я пришел сюда не вовремя. Лучше пойду-ка я отсюда. А здорово, мужик. Ты чё руки поднял-то? Не убивай меня, пожалуйста, прошу. Ох ты ж нихуя себе, мужик, это чё ещё? Мужик, что здесь происходит? Мне страшно, почему они подвешены? Отпусти ты руки уже, я нормальный пацан. Вон там в конце комнаты оружие лежит. А ничего себе, в натуре. Ещё пригодится. Это чё? Слышь, ты зелёный, какая ты чё-то решил получить?
Ебануться это чё было? Ты вообще с какой планеты взялся? Надо сваливать. На человека это не похоже. Вот чё, получай свинцом в лицо. Капец, вы что такое вообще? На получающий. Надо сваливать. Все, что говорили в арендовые, это походу правда. Да кто там бегает? На получай, не надо бегать за мной. Я этого не видел. Падай, скотина. Все, иди в жопу. Опана камера. Можно с ее помощью передать сигнал СОС. Здорово, мужики, я попал в ловушку, выручайте. Бля, за мной уже выйду. По яйцам два. Ничего себе, дырень в стене. У меня нет другого выхода, придется десантироваться. Юху. Иди отсюда, животное. Навъебать. Ты чё не поняла, на ещё разочек? Надо сваливать. Мужик говорил, что единственный выход это прыжок в яму. Надо тогда прыгать в яму. Юху. Капец, чё так холодно-то? Наверное, потому что виновата зима. Зря я спрыгнул в гигантскую яму. Опа. Мне надо в сторону Южного. Там я могу согреться. Так а вот это походу есть город Южный. Это чё ещё за Стопхам? Он чё ещё и голый что ли? Здорово, мужик. Здорово. Мне нужна твоя помощь в поиске моей девятки. Мужик, мне тоже нужна помощь, мне надо в Южный. Дебил, тебе вообще обратно? Бля, так и знал, что надо верить знакам. Ладно, давай прыгай, я помогу тебе, ты поможешь мне. Ну и отлично. Капец, у тебя в тачке баня. Так что за хуйня? Чё такое? Ты почему сидишь в машине, а ну быстро залез? Я же от мороза сдохну. У тебя маски ладно. Нету. Капец, мужик странный. Ну зато меня до города, надеюсь, подкинет. Мужик, давай тише едь. Пошёл на... Наконец-таки прошла эта метель и вылезло солнце. Капец, мне жарко, сейчас горю нафиг. Ну где же моя машина? А вот же она. Капец, надеюсь, а чё, где, с ней куда, зачем? Всё в порядке. Я один что ли не вижу машину? Вот же суки угонщики, она в сугробе застряла. Надо срочно найти и уничтожить угонщиков, пока они из проклятого леса не свалили. Чего, блядь, происходит, сука? Куда он побежал, его же там олени на шашлык пустят. Надо срочно его найти. И где этот полупокер недоделанный? Ой. Здравствуйте. Привет, олененочек. Как дела? По-моему, я вас где-то уже видел. Я вспомнил где. Ах, ладно, не буду говорить. Ложись рядом со мной. Согреемся. Нет. В смысле? У меня важная миссия попасть в Южный. Вот там точно тепло. Ты немного не понял, о чем я. Ты отвлекаешь внимание от угонной пикап? Вот черт, чё еще за хуйня? Чё еще за Дед Мороз, сука? Ну нафиг этот лес, надо бежать. Капец, я аж согрелся от таких крутых кувырков, как в фильме. Надеюсь, я смогу завести эту телегу. Дедуля, походу, на перезарядке. А вот нашел кнопку двигателя. Бля, не то. Ты чё охуел на мою снегурочку смотреть, сука? Пиздец, чё тут вообще творится? Зато я раздобыл источник тепла и передвижения. Теперь мне надо валить быстро. Как выключить эту шарманку? А всё заебись, оно само выключилось. Чё такое? Бля, у меня бензин закончился. И чё мне теперь делать? Как так можно было этого не заметить? А хотя у меня даже денег нет с собой. Так что на заправке бы не заправился. Может, снежки закидать в бак и на воде поедет машина? Ай, бля, чё за хуйня? Ты кто нахуй? Здравия желаю. Один из СЦП объектов сбежал с лаборатории. Вам поручено его уничтожить. Чё? Мужик, сорян, у меня нету дури. Приступайте к задаче. Как слышите меня, Дельта, прием? Блядь, куда я лечу нахуй? Атакуем эту хуйню. Вижу эту парашу. Открываю огонь на поражение. Нихуя себе у тебя пистолет. А вот и наши птички. Давай, вали отсюда, бомж, это наша земля, наша вода и наше небо. Чё она орёт, не понимаю? Блять, как рулит нахуй.
Просыпайся, придурок. Ну за что мне на операцию дали вот такого дебила, как этот баран с клеем в носу, сука? Ебать, где я? Опа. Ты, я смотрю, очнулся. Офигеть, что с моим носом, почему мне ты так тупой плохо? Баран, зачем ты занюхнул клей в строймагазине, когда к тебе подошел полицейский и попросил документы? Чтобы прибавить силы и выносливости. И убежать от этого стража галактики и бесплатно спиздить клей. Попрошу не дергаться. Это что за хуйня, бич? Моя миссия состоит в том, чтобы изучить ваши мозги на признак интеллекта. Так как вы представляете угрозу обществу, вас можно ликвидировать в ходе операции и изучить ваш головной мозг. Видео закончилось. Спасибо за просмотр. Пока.